Акция «Зеленый город 2011», проводимая в рамках мероприятий по охране природы и Национального дня посадки деревьев, прошла под девизом «Давайте беречь реки и водоемы». Этот лозунг в очередной раз напомнил всем собравшимся, что в Монголии идет год воды и защиты водных ресурсов. Подводя итоги проделанной работы, организаторы мероприятия наградили самых активных участников акции. В числе лучших оказался и Ванчик. Своими руками он посадил более 400 саженцев топорей и оборудовал для них защитные сооружения, привел в порядок территорию возле собственного дома. Ванчик говорит, любое деревце приживется и будет хорошо расти, если садить его с душой. Озеленение города – это одно из самых естественных желаний горожан. Если человек будет жить в месте, где все чисто, убрано, посажено растение, то и чувствовать себя он будет лучше и легче. Сам я высаживаю возле своего дома кустарники, газоны. Когда много зелени, тогда и воздух становится чище. А вообще, я так скажу, каждое растение можно вырастить при надлежащем уходе, поливке, правильной посадке. Организаторами сегодняшнего мероприятия выступили Министерство охраны природы и туризма, Управление водных ресурсов, администрация столицы. Чиновники уверены, к участию в акциях нужно привлекать как можно больше людей. Тогда и защитников окружающей среды будет много, и столица станет настоящим зеленым оазисом. К примеру, в этом году на призыв высадить деревья и кустарники охотно откликнулись студенты и военнослужащие. В этом году акция по охране природы мы проводим под девизом «Давайте беречь реки». Другими словами, наша цель следующая – очистить, убрать мусор с прибрежных районов наших рек Тул, Улиастай, Сылбы, протекающих в городе. Завтра стартует национальная акция посадки деревьев во всех префектурах города. Я начал высаживать деревья с 1994 года. У меня более 20 видов кустарников и плодовых. Облепиха, боярышник, черемуха, шиповник, многое другое. Хорошо приживаются тополи и сосны. С удовольствием принимаю участие в работе по охране природы и озеленению. Итак, итоги работы по высадке деревьев подведены. Перед активистами теперь новая задача – очистить прибрежные территории рек Тул и Улиастай. В течение 2 дней более 1000 студентов и солдаты 5 военных частей будут убирать мусор вдоль главных городских водных артерий. К уборке территории присоединятся также сотрудники ТЭЦ 3-й и 4-й, Управления водных ресурсов, Управления судебных приставов. Дэнсма Атганбат, АИСТ, Монголия.